Управлением по благоустройству города сейчас ведется работа по ремонту и замене асфальта на улицах Рязани. В список входят в следующие улицы: Циолковского, Семинарская, Юбилейная, Полетаева, Сельских строителей, Колхозная, Октябрьская, Пятая линия и еще с десяток других участков. У нас будет отремонтировано в этом году 16 объектов. Ну, до 1 ноября все участки должны быть отремонтированы. Также будут реконструированы и тротуары на тех же улицах, которые попали в ремонтный список. Средства на столь масштабную работу уже выделены из городского и областного бюджета. Пешеходные зоны на тех улицах, да, которые вот, мы перечислили, естественно, пешеходные зоны будут именно там, именно по этим участкам дорог, они будут реконструированы, да, и приведены в то необходимое состояние, которое будет позволять комфортно передвигаться пешеходам. Вспомним состояние дороги на улице при Железнодорожной. Наша съемочная группа выезжала туда еще в марте по просьбе людей, которые работают на предприятиях, находящихся в том районе. Каким образом там до сих пор проезжает транспорт, как легковой, так и грузовой, вопрос, конечно, риторический. А движение, сказать честно, на Прижелезнодорожной довольно оживленное. В августе 2013 года была направлена инициативной группой жалоба в администрацию города Рязани на неудовлетворительное состояние дорог по улице Прижелезнодорожной и улице Магистральной. Одновременно мы направили копии этих жалоб в управление по благоустройству города и дорожного хозяйства и в управление ГИБДД России по Рязанской области. Люди здесь зависят от этой дороги. Здесь общественный транспорт сюда не ходит. Люди могут добираться только своим транспортом. Ну, на нем это сделать практически невозможно. Наконец, обращения простых людей были услышаны. В этом году на Прижелезнодорожной появится асфальт. Ремонт дорог будет софинансирование областного бюджета. Это 204 миллиона рублей. Вот плюс средства городского бюджета – 25 миллионов рублей. Этим летом администрации города ведется работа по восстановлению и даже полному созданию с нуля, буквально с пустыря, скверов и парков. Пока еще работа в разгаре, но процесс идет очень активно. В этом году наш город станет зеленее. Да и болевая точка Рязани, а именно дороги, должна стать менее ощутимой.